Привет, меня зовут Игорь Репчук, и я кинематографист. Но сегодня я хочу к вам обратиться не как кинематографист, а как житель нашего города, как одессит. События в нашей стране мало кого оставили равнодушными. Кто-то яро ругает все происходящее, кто-то говорит, что ничего не изменится ни сейчас, ни когда-либо. Есть много тех, которые с оптимизмом смотрят в будущее. Но давайте откровенно, наша страна находится в такой глубокой яме, что выбраться из нее без нашей помощи невозможно. И жить не станет лучше ни нам, ни нашим детям. А лучше – это не повышенное ВВП или облегченный визовый режим, или уменьшенная бюрократия. Лучше – это когда в наших подъездах станет чище, фасады перестанут рассыпаться, дороги не будут такими разбитыми и парки будут чище. Парки вроде этого. Это Лунный парк. Не самое культовое или достопримечательное место нашего города, но зато отлично подходящее для того, что мы могли бы с вами вместе здесь сделать. А могли бы мы здесь сделать что-то вроде грандиозного субботника, который будет состоять из трех этапов. На первом этапе мы соберемся и поубираем этот парк. Там, где нету травы, вскопаем землю и засеем ее семенами, чтобы выросла зеленая густая трава. А вот эту огромную стену мы покрасим в белый цвет, для чего будет понятно на втором этапе. Для всего этого мы найдем людей, мы найдем инструменты, мы найдем семена, мы найдем краску, мы организуем себе музыкальную поддержку, найдем музыкальные группы, которые выступят, найдем чай, кофе, печенье и вместе, дружно, весело, музыкально проведем выходные. На следующем этапе мы позовем художников, которые сделают из этой стены произведение искусства. Потому что, честно говоря, они сделают это и так без нас, но с нами хотя бы какой-то будет контролируемый результат. Кроме этого, мы позовем самых ярких представителей экстрим-культуры Одессы, BMX-еров, скейтеров и роллеров, с которыми вместе создадим проект скейтборд-парка вот здесь, на месте этого бассейна. Для того, чтобы у них было наконец-то место в центре города, где они могут отрываться и оттачивать свои навыки. И, наконец, на третьем этапе, имея такой прецедент, мы точно найдем бюджет для того, чтобы реализовать этот проект, а также для того, чтобы сделать нормальные пешеходные дорожки, восстановить фонари, поставить скамейки, восстановить беседку и сделать этот парк таким, какой заслуживает быть вся Одесса. Давайте вместе с вами сделаем город таким, каким хочется гордиться на весь мир, который всегда хочется вернуться и никогда не хочется уезжать. Увидимся с вами на субботнике. Спасибо.